Заходи, как будет время. Привет, зверь. А что, если попробовать воспользоваться телепортами? Может, один из них выведет меня на след падальщика? Здравствуй, наемник. Здравствуй. Поломалось что-то? Ты ко мне просто так или по делу?
Здорово. До встречи.
Ну, здорово. Привет, привет, наемник. Хочешь улучшить или починить? Это какой-то лабиринт. Вот только без выхода. Бывай, наемник. До встречи. Да. Здравствуй. Привет, зверь. Чего хотел?
Здравствуй, здравствуй, наемник. Ты ко мне просто что-то? Так или по делу? Возвращайся живым. Привет, зверь. Чего нового расскажешь? Здравствуй, зверь. Ты ко мне по делу или как? Здорово, зверь. Чего расскажешь? До встречи. Привет, зверь. С чем пришел?
Аномалия не отпустит нас, наемник. Никогда не отпустит. Легкой дороги. Заходи, как будет время.
Здравствуй, наемник. Спасибо, привет, что пытаешься помочь группе. Заходи за флягой с водой. Я очистил воду. Здравствуй, зверь. Ты ко мне просто так или по делу? Thank you.
Привет, зверь. Чего нового расскажешь? Нужно осмотреть подвал, о котором говорил Маркус. Бывай, может, зверь. И найду что-то полезное. Заходи еще. Привет, зверь. Здорово, на. Здравствуй, наемник. Спасибо, что пытаешься помочь группе. Ну, здорово, зверь. Живой. Неужели успел? Выброс не достанет меня здесь. Эй, наемник, возьми на столе бутылку. Давай выпьем за то, что прожили еще один день.
Мне это померещилось или это и вправду происходило? Кажется, я схожу с ума. Здравствуй, зверь. Ты ко мне по делу или как? Сос, есть тут кто? Сталкеры, отзовитесь, нужна помощь. За мной погоня, все, кто рядом. Помогите, высылаю данные о своем местонахождении. Привет, зверь. Сигнал, Сос. Расскажешь? Странно. Неужели в эту ловушку опять кто-то угодил? Надо бы проверить. Пока, наемник. Будет разговор, приходи. Здравствуй, зверь. Ты ко мне просто так или по делу?